Итоги года подвели бизнесмены Химок. В 2015-м предпринимательство в округе претерпело существенные изменения и решено множество актуальных вопросов. Так, например, появилось несколько видов поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них субсидии, консультации, семинары и многое другое. Все виды услуг оказывает единый центр поддержки предпринимательства, который также появился в этом году. Наша работа администрации, непосредственно кафедры управления торговлей, она заключается в том, чтобы каждый из вас реализовал то, что вы хотели, то, что это возможно сделать на территории округа. Любой предприниматель мог задать актуальный для него вопрос на этой итоговой встрече. Впрочем, такая возможность у бизнесменов есть каждый вторник. Они могут лично пообщаться с руководителем администрации Владимиром Слепцовым. Такой комплексный подход к развитию бизнеса в Химках оценили коллеги из торгово-промышленных палат области. Тот уровень и качество поддержки, который сегодня оказывается не только материально в виде субсидий, а именно тот уровень открытости власти, который мы видим в городском округе, он на очень высоком уровне. Условия достаточно сложные, но несмотря на это, все равно открываются новые предприятия в Химках. Мы это видим и в области торговли, и в области производства. Поэтому показатели у Химок достаточно очень хорошие, очень такие высокие. На встрече также обсудили вопрос аренды помещений. Администрация округа организует так называемое роуд-шоу, когда каждый предприниматель может ознакомиться с предлагаемыми помещениями и задать вопросы по поводу аукциона. Данное мероприятие мы организовали для того, чтобы любой желающий предприниматель мог прийти, задать все вопросы, которые у него накопились, подробно получить ответы, получить детализацию. Мы готовы разложить это все буквально на блоки, всю модель, как происходит непосредственно аукцион. Следующий совет соберется в конце января. На нем обсудят накопившиеся за новогодние праздники вопросы.